Уважаемые зрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Тимофей Обухов. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343, номер телефона, по которому вы можете до нас дозвониться и оставить свой вопрос или его задать нашему гостю. А сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев. Батюшка, здравствуйте, благословите. Здравствуйте. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители. Батюшка, я думаю, не нуждается в каком-то особенном представлении, потому что наши постоянные зрители хорошо вас знают. С утра начинают с молитвы, заканчивают вечерним правилом тоже вместе с вами. Ну и все-таки вы являетесь наместником Крестовоздвиженского мужского монастыря в Екатеринбурге. Хотелось бы в связи с этим все-таки спросить вопрос, касающийся нашей основной темы сегодняшней. А тема звучит как «Молитва и молодежь», или точнее «Молитва молодежи». Наверняка вы сталкиваетесь с тем, как наместник, что приходят все-таки это люди самых разных возрастов, социальных групп, и бабушки, и молодые родители с детьми совсем юными, это и люди среднего возраста, и, конечно же, молодежь. Ну, если взять условно, 30 до 30 лет. У каждого, конечно же, свои заботы, свои проблемы, свои пожелания, какие-то просьбы, чаяния, надежды, вопросы, опять же, касающиеся веры, опять же, касающиеся богослужебной жизни. Но все-таки так или иначе, какой ваш взгляд на то, есть ли какая-то особенная молитва молодежи? Особенная молитва, ну, здесь, наверное, нужно сказать о том, что молодежь – это тот период жизни, молодость, когда все в новинку, когда приходится, набираясь опыта, набивать шишки. И в том числе, конечно, если молодой человек или девушка начинает заниматься молитвой, молитвой как трудом, молитвой как подвигом или молитвой с целью установления контакта с Богом или молитвой для того, чтобы устроить свою жизнь. Очень по-разному в молодые годы молодые люди в зависимости от своего характера, в зависимости от каких-то своих внутренних устремлений и воспитания очень по-разному ориентированы на молитву. И, конечно же, молодежью надо заниматься. И вот именно приходится на каждом шагу видеть и сталкиваться, что если не посвятишь молодому человеку, который пришел в храм, пришел на исповедь, время, то очень легко потерять молодого человека. Молодежь в целом это все и ничего, это обо всем и ни о чем. Каждый молодой человек это живая душа, каждый молодой человек это характер и это свое устремление в жизни. И здесь, конечно, вот лично для меня очень важно, что когда общаешься с молодыми людьми и девушками, то очень важно вот именно это уловить характер, уловить особенности характера для того, чтобы правильно человека сориентировать, чтобы меньше было ошибок в жизни. Вот, скажем, вот молодой человек или девушка переживает молитву как подвиг. Происходит процесс воцерковления. Молодой человек говорит, ну, к примеру, молодой человек говорит, я буду
я так хочу молиться, я так хочу подвижничать, я буду молиться помногу. И здесь задача священника не просто научить молиться, да, чтобы не количество было важно, а качество. А еще где-то и удержать от излишнего рвения. Ведь как иногда бывает? Молодо, зелено, за все легко взяться. И молодой человек молится по несколько часов в день, вот, будучи вдохновлен чьим-то примером, будучи вдохновлен священными текстами. Но если не рассчитать свои силы, то потом могут опуститься руки и вот в буквальном смысле слова даже «Отче наш» прочитать уже будет трудно. И таких примеров очень много. С другой стороны, вот, например, молитва может быть для молодого человека каким-то жизненным ориентиром для того, чтобы устроить свою жизнь. И вот молодой человек или девушка начинает молиться: «Боже, дай мне это, дай мне это, дай мне это, дай мне то». И в конечном итоге, если не подкреплять вот эту молитву, это обращение к Богу какими-то конкретными делами для того, чтобы набраться опыта у старшего поколения, из книг духовного и практического, нравственного содержания. Если самому не предпринимать усилия для того, чтобы жизнь устроить так, как она должна быть устроена. Конечно, христианин думает в первую очередь о евангельских заповедях, но ведь помимо этого у каждого есть какой-то свой ориентир, как эти заповеди применить в жизни, что, допустим, не удалось предкам, что не удалось старшему поколению, вот, а я этих ошибок вот не должен повторить. Конечно, это очень такой созидательный мотив, но должно быть вот именно практическое участие в том, чтобы свою жизнь сформировать. В этом смысле всегда стоит помнить христианскую поговорку: «Боже-то поможи, да и сам мужик не лежи». С другой стороны, молодой человек или девушка вот особенное внимание уделяет молитве для того, чтобы установить взаимоотношения с Богом. И мы говорим, конечно, это очень важно. Это именно та молитва, которая это тот мотив молитвы, который содержится в любом молитвословии, за которое бы мы не взялись. Утренние молитвы, вечерние молитвы, последование ко святому причащению и так далее. Покаянный канон, какие-то другие каноны или акафисты. Вот это очень важный мотив. Но с другой стороны, и тут возможны ошибки, возможно увлечение каким-то фантазированием, да, на тему «вот Бог, ну хорошо, а каков Он?». И начинаются фантазии, начинается полет мыслей, выстраивание каких-то, так сказать, живописных, фантастических картин перед глазами. И таким образом молитва становится неверно направленной. И, конечно, здесь долг пастыря, долг священника – оградить и научить правильно молиться. Но, конечно, здесь главное, чтобы эта тема прозвучала между священником и молодыми людьми, между другими участниками церковной жизни на приходском или епархиальном уровне, вот именно с тем, чтобы молодежь всегда нашла для себя в церкви нужного собеседника. Ну, это, так сказать, отдельная тема. Батюшка, ну вот вы упомянули, очень интересно, я хотел бы на этом остановиться. Вы сказали о том, что
с одной стороны, горячая молитва, вот такая вот порыв сердечный, с другой стороны, неустойчивость. Вот характеризуется вот молодежным, ну, как молодежь, человек, молодой человек, да, то есть, с одной стороны, и желание есть, и, может быть, вдохновение в какой-то момент. С другой стороны, когда это все пропадает, то и стекает на нет. Ну, а как же все-таки удержать эту середину? Чтобы, с одной стороны, и не погубить вот этот духовный порыв, порыв сердца, а с другой стороны, ну и не дать скатиться вниз. Это очень трудный момент. И этот момент, он зависит от самих основ воспитания, которые закладываются в самом детстве, когда родители обучают ребенка постоянству. Постоянству, терпению. И, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. А вот этот навык доводить каждое дело до конца или терпеливо нести какой-то груз на протяжении всей жизни, это закладывается в самом раннем возрасте. Но, конечно, очень большой труд бывает нужен для того, чтобы, если эти основы в детстве не заложены, то объяснить, сказать, вот это те моменты, без которых у тебя жизнь, собственно говоря, она и не получится. Потому что в жизни так редко бывает, когда ты талант в чем-то, какой-то, так сказать, звезда, у тебя есть какая-то востребованность, и ты можешь порхать по жизни, как мотылек по цветам. Это бывает чрезвычайно редко, и бывает только с теми людьми, которые вот от Бога получили какой-то чрезвычайный дар. И этот дар, он, как говорится, он сегодня есть, а завтра его может не быть, его можно растерять. Но в общем и целом, если в детстве не научили, то, конечно, вот именно при общении с молодежью, вот именно вот когда или священник, или молодежный лидер, вот тоже вот интересная тема для обсуждения. Молодежные лидеры. Когда общаются на тему молитвы, то, конечно, могли бы вот именно начиная с жизни и продолжая эту тему, уже углубляясь вот именно в духовное делание, в молитву. Спасибо большое, батюшка, за ответ. У нас есть телефонный звонок, мы его принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Меня зовут Ольга из Подмосковья. Очень приятно. У меня такой вопрос, можно говорить? Да. Вот, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. В Евангелии очень четко говорится, Господь наш Иисус Христос говорит, что никто ко мне не придет, если не изберет его Отец Небесный. Как это понимать? Вот молитва молодежи, не молится, отходит, приходит. Но все зависит от Господа, а не от нас. Простите, пожалуйста. Да. Христос Спаситель сказал это для того, чтобы ни один человек не мог присвоить себе желание общения с Богом, устремление к Богу, не смог это сделать каким-то своим достоянием. Любой человек должен понимать, что само вот именно ощущение Бога, как сказал один остроумный человек, орган, которым верят, он создан Богом и заложен в само внутреннее естество, в природу человека. И поэтому, если человек устремляется к Богу, он не должен, конечно, думать о том, что ну какой же я хороший, ведь я устремился к Богу. Ведь сама возможность устремиться к Богу, она дана человеку от Бога.
И поэтому, конечно, мы должны в этом случае, как и во всех других, иметь к Богу полное почтение и славить Его, благодарить за те дары, которыми Он нас наделил. Спасибо большое, батюшка, за ответ. Отец Флавиан, ну а вот как быть, когда все-таки богослужебная жизнь поднимает перед молодежью, в том числе перед настоятелями, перед батюшками, непростые вопросы? Ну, к примеру, какое-нибудь очень интересное епархиальное событие, общее епархиальное событие, на котором участвует большое количество молодежи, съезд, форум, бал, что угодно. Проходит это мероприятие, например, в субботу вечером, во время службы, во время всеночного бдения. И молодежь отпрашивается у своего отца для того, чтобы он благословил на, опять же, этот бал или концерт, или что-то еще, поучаствовать. Как-никак готовились, репетировали. Ну и по каким-либо причинам такого благословения не получает. Получает благословение быть на службе, а потом уже, если останется время, успеется, можно ехать. И... А почему не получает? По разным причинам. Причем часть молодежи в этом случае ослушивается и идет так или иначе на этот форум, бал или концерт, а другая часть остается в храме. Ну, очень сложный вопрос. И этот вопрос касается именно основ приходской жизни. Потому что, собственно говоря, приход – это те люди, которые собраны вместе во имя Иисуса Христа, собраны вместе в церковную общину, и задача настоятеля прихода – сплотить приход таким образом, чтобы он был воедино. И здесь, конечно, многое зависит от личности самого настоятеля. Иногда, знаете, как священников иногда сравнивают с пастырями, да? Один пастырь пасет овец по горам, и они все такие становятся поджарые и мускулистые, а другой, наоборот, по долинам, и овцы становятся такими тонкорунными и жирненькими. И а те, кто, значит, в результате тем, кому достаются эти овцы для, так сказать, практического употребления, они рады и тем овцам, и тем овцам. Вот так и получается, что для Царствия Небесного священники иногда воспитывают свою паству, воспитывают своих словесных овец, овечек, как это говорится в нашей церковной традиции, тоже по-разному. И, конечно, достойно уважения, стремления священника настолько крепко объединить всех, всю свою паству вокруг прихода, вокруг храма, вокруг престола Божия. Это, конечно, такое очень замечательное устремление. Но в той ситуации, которую вот вы привели, да, что часть молодежи ослушалась своего настоятеля или своего священника, который для них является духовным руководителем, духовным наставником, и покинула службу, не стала участвовать в службе ради того, чтобы поучаствовать в каком-то, так сказать, мероприятии интересном для молодежи. И в частности, вот что интересно, вот вы упомянули, именно в церковном мероприятии, даже вот так. И поэтому, конечно, если священник, предвидя такой исход событий, возьмет и скажет: так, дорогие молодые люди, дорогое, так сказать, дорогая наша молодежь, вот у вас в вашей церковной жизни намечается некое разделение. Кому-то хочется пойти, а что?
оказывается, всем хочется? Ну хорошо, раз всем хочется, тогда я вас всех отпускаю, благословляю, лишь бы вы были воедино, лишь бы вы были вместе и объединены вокруг Христа. Если вы пропустите одно богослужение, то может быть это не так страшно. Но если вы из 10 богослужений будете участвовать только в одном, а все остальное будет вас, значит, дух новизны носить по разным мероприятиям, в том числе церковным, то это будет уже перебор. Вот. Мне кажется, что мудрый настоятель может поступить именно так. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Ведущий, у меня два вопроса, Татьяна из Екатеринбурга. Первый такой вот вопрос. Что делать, батюшка, когда вот так наступает сухость в молитве? Вот вы сказали, что надо терпеть. Да, конечно, я понимаю, что вот надо терпеть. А какими еще средствами можно вернуть, вот, то есть, скажем, ну, сердечную или так теплую молитву? Это первый вопрос. А второй, вот особенно на всеночном бдении или на вечерней, если не совсем понимаешь, о чем, так сказать, молятся, не все, можно ли творить молитву Иисусову в это время, или лучше все-таки взять книгу и дома изучить богослужение и стараться быть максимально вот в молитве с клиросом, с батюшками? Спасибо за ответ. Хорошие, насущные вопросы. И, конечно, с такой трудностью при молитве сталкиваются очень, очень многие христиане, когда молитва становится какой-то вот такой вот сухой, и трудно ее поддерживать, трудно даже встать на молитву. И надо сказать, что вот если, например, речь вести о молитвах утренних и вечерних, то они нам даны не в том виде, в котором они есть, не для того, чтобы мы вот именно эти молитвы прочитывали всегда, везде и безусловно. Они нам даны как некий ориентир для того, чтобы мы, если мы не знаем, как молиться, как лучше молиться, чтобы мы могли всегда открыть молитвослов и их прочитать. Но ведь молитва может быть и своими словами. Если человек, читая в течение какого-то продолжительного времени утренние и вечерние молитвы, понимает их содержание, понимает не только о том, понимает не только то, о чем призывают нас молиться святые, которые в большинстве случаев являются авторами утренних и вечерних молитв, но и какие-то свои личные духовные нужды, то, естественно, человек может часть молитв заменять какими-то своими молитвословиями. Другое дело, что существует много и других молитвословий, которые могут заменить молитвы утренние, молитвы вечерние частью или даже целиком. Если, например, человек возьмет и рассудит, что а вот для того, чтобы как-то вот разнообразить молитву, как-то ее оживить, может быть, мне стоит, например, читать псалмы. Причем не только по-церковно-славянски, но и по-русски. Как говорится, для того, чтобы лучше понимать. Вот каждый псалом, например, пару раз человек прочитает по-русски, а потом по-церковно-славянски, а потом опять по-русски, а потом опять по-церковно-славянски. И, наконец, он по-церковно-славянски будет понимать так же хорошо, как и по-русски. И таким образом будет достигнуто сразу же две цели. Это и то, что человек получит какое-то разнообразие в молитве и получит отличную возможность лучше узнать книгу «Псалтирь».
И таким образом он, несколько изменив порядок своих молитвословий на какое-то время, потом может в утренних и вечерних молитвах, как это всегда бывает, после перерыва в чем-либо, мы можем открыть для себя какие-то новые стороны. И вот точно так же и в этом деле. Конечно, те, кто понимает толк в Иисусовой молитве, могут и утренние, и вечерние молитвы для себя заменить, опять же, частично или полностью молитвословиями вот именно Иисусовой молитвы. Когда человек может просто вот молиться Иисусовой молитвой не по счету даже, а по времени. Вот даже такое возможно. Но, конечно, лучше всего вот эти вот, когда христианин, подобного рода духовные упражнения, а к этому нужно относиться не как к духовному отпуску, так сказать, а именно как к духовному упражнению, перемена образа в молитве. Если человек к этому так относится, то, конечно, он и разнообразие какое-то приобретет, и новые знания приобретет, и ему это будет всесторонне полезно. Что касается второго вопроса, конечно, любой христианин должен знать богослужение. Это наша христианская обязанность, ведь у нас богослужение очень, очень особенное. Оно особенное тем, что оно как многослойный пирог. С самого начала христианства и самые первые элементы, которые появлялись в самых апостольских времен, и дальше с течением времени этот пирог только возрастал, только становился более пухлым. И поэтому, когда христианин начинает изучать богослужение вместе с его символикой, вместе с тем, в какое время какие песнопения, какие молитвенные тексты входили в состав богослужения, это чрезвычайно интересное занятие. И сейчас мы живем в 21 веке, и сейчас и в православных библиотеках, и в книжных лавках можно найти очень много книг, посвященных литургике, как духовной, богословской науке. Это самые различные книги и очень такие популярные, ну, как бы сказать, сборник молитвословий, по которому совершается, допустим, всенощное бдение в субботу вечером и божественная литургия. Так и более серьезные книги, по которым, ну, например, учебники по литургике, разные варианты пособий по изучению богослужебного устава и так далее. И в этом смысле вот этот вот совет, который, конечно, тоже имеет свой смысл, что если тебе что-то непонятно во время богослужения, ты можешь заниматься молитвой Иисусовой. Это, в общем, такой достаточно распространенный совет. И он очень хорош, но только при определенных обстоятельствах. Это когда, ну, например, многолюдное богослужение во время какого-то большого церковного праздника, когда человек просто по объективным причинам не может стоять близко к алтарю, близко к клиросу, для того, чтобы слышать все то, что пропевает церковный хор. Тогда, конечно, за невозможностью внимательно вслушаться человек может, чтобы не терять драгоценного времени, участвовать в молитвословии, читая молитву. Молитву Иисуса в данном случае. Но такое обстоятельство, оно бывает редко. А незнание богослужения, когда, например, диакон читает Евтинью, да, и человек по
если он интересовался и интересуется содержанием богослужения, то он по каким-то обрывкам фраз может в своей памяти просто, так сказать, реконструировать то, что говорит диакон или священник. То есть человек знает эти молитвословия, потому что они у него есть в памяти. И, конечно, такой человек, вот именно созидательно относящийся к своему христианскому долгу молитвы, он в этом случае будет, получит больше духовной пользы. Отец Флоян, ну вот вы сказали, христианский долг в молитве, упражнение, работа, практически труд, понятия, которые у современной молодежи, ну, скажем так, вызывают не самые приятные впечатления. Да, это, конечно, проблема, но вот именно эта проблема, когда духовные лидеры, они должны либо это священник, либо это катехизатор, он может и должен вот именно так поставить работу с молодежью, чтобы этот труд был, чтобы на этот труд вдохновить, чтобы молитва не казалась какой-то неприступной крепостью. Спасибо большое за ответ, батюшка. Есть еще один телефонный звонок у нас. Мы его принимаем с удовольствием. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел бы ваше мнение узнать. Вот такое понятие, как двойные стандарты. Христос-то называл лицемерие. Вот это не самое главное и для молитвы, и для посвящения, когда молодежь, особенно начинающие, приходят в храм и видят там умиление, благолепие, все красиво, а потом, выйдя за порог храма, видят тех же людей в совсем другом обличии. И потом начинается у него сразу отрицание всего, потому что надо быть, наверное, и в храме, и за храмом в одном и том же состоянии, как вы считаете? Конечно, безусловно. Вот это как раз то, что делает христианина христианином, когда его содержание личности, оно едино. Вот недаром же есть такое противопоставление. С одной стороны, единство личности, а с другой стороны, так сказать, растаскивание личности, развлечение. И поэтому человек, если человек чрезмерно увлечен какими-то, так сказать, развлечениями, тем сложнее ему себя собирать. И поэтому вот если отдых для человека будет тоже способом созидать себя для Бога, то, конечно, такому человеку будет гораздо легче быть цельным. И, конечно, каждый христианин должен в себе это держать вот именно как основу своего христианского образа жизни, основу своего христианского подвига. И, конечно, каждый священник, каждый церковный служитель просто обязан себя контролировать, чтобы быть всегда одним и тем же, как и вот, например, преподобный Серафим Саровский. Вот про него его современники всегда говорили, что, говорит, удивительно, что отец Серафим, он всегда один и тот же, с кем бы он ни общался, с людьми, равными себе, или с людьми какого-то простого сословия, или с самыми какими-то высшими сановниками, которые его навещали в его пустынных трудах.
вот он всегда был одним и тем же. И вот лично для меня преподобный Серафим Саровский, конечно, наряду с многими святыми, но вот именно вот он является таким образцом для того, чтобы... все время задавать себе этот вопрос и стараться быть одним и тем же и в храме, и вне храма, и во всех обстоятельствах, в каких бы человек ни оказался. Отец Флавиан, ну вот вы в самом начале нашей беседы упомянули о том, что, конечно же, молитва и дела должны идти, духовное делание рука об руку. И я продолжу свой вопрос чуть попозже, потому что у нас есть телефонный звонок. Хорошо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот хотел бы узнать про вот, молитва седьмая святого Иоанна Златоуста, это вечерняя. Вот там вот при вот первое «Господи, не лиши меня небесных твоих благ», и второе «Господи, не избави меня вечных мук». Вот при первом, например, «Господи, ну да, креститься и поклон». И, например, второе, там опять начинается «Господи», опять тоже креститься и поклон надо делать. И также вот четвертое, ну, то есть третье, четвертое. Ваш вопрос понятен, да. И он очень такой насущный, потому что чувствуется, что для вас это очень важный момент. Как именно вы будете произносить свои молитвословия перед Богом. И здесь, на мой взгляд, очень важно сориентироваться вот именно на том, чтобы как можно больше сосредоточиться на смысле молитв. Если вам помогает более размеренное произнесение молитв с осенением себя крестным знаменем, с поклонами. Это, конечно, займет несколько дольше времени, но если вы никуда не спешите и можете посвятить время молитве, то и если вам это будет помогать вот именно благоговейно воспринять и адресовать Богу эти слова молитвы, то это будет очень хорошо, потому что цель наших молитв — установить как можно более надежный контакт с Богом. И если вот именно такой образ, про который вы сказали, что произносить это эти молитвы по раздельности и осенять себя крестным знаменем и сопровождать молитвословие поклонами. Если вам это помогает, то это очень хорошо. Но все зависит от настроения человека. Бывает, что у человека настроение, так сказать, настроение такое, что нужно как можно скорее лечь спать, потому что завтра тяжелый день. И человек настроен на сон как то, что его подготовит для грядущих подвигов. И в этом тоже нет ничего такого особенно греховного, но при этом у человека такое настроение, что полная сосредоточенность, молитва, сон и завтра новые труды, новые подвиги. Бывает, что человек и в таком настроении. И совсем неплохо, если он сориентирован на сосредоточенное чтение молитв, но который не подразумевает совершение их в течение какого-то длительного времени. Таким образом, если настроение соответствует такому вот замыслу неспешного произнесения молитв, можно, конечно, этому посвятить очень значительное время. Если времени не хватает, но
можно это все сделать и кратко, одним читком, но при этом обязательно сохраняя полное благоговение. Спасибо большое, батюшка, за ответ. Так, я вернусь к своему вопросу о словах и поступках. Вот, в принципе, если соблюдать какой-то свой молитвенный настрой, молиться каждый день с утра вечером, ходить в субботу, воскресенье на службы, в храм, может быть, посещать еще в другие дни, ну, если позволяет, и есть такая возможность, может быть, учеба, работа или что-то еще. Вот. Оно при этом никак не участвует, например, опять же, в приходской жизни, в каких-то общественных мероприятиях, общецерковных или общеепархиальных, или, может быть, местечковых какой-то. Да не суть. На самом деле. Может быть, какие-то кто-то где-то проводит дела милосердия, нету времени, лучше пойти там помолиться, да, там кто-то делает какие-то акции, которых ты особо и не видишь смысла. Ну, зачем эти акции? Лучше уж я пойду там снова с Богом поговорю там. Вот как вы к этому относитесь? К этому это к чему? К тому, что человек делает выбор все-таки в пользу слов, нежели поступков. В пользу слов, нежели поступков. Но в том смысле, что он молитву предпочитает какому-то деятельной какой-то самореализации. Да. Да? Но надо сказать, что все мы разные. И вот, собственно говоря, если говорить о дарах Божьих, то одним из даров Божьих является молитва как таковая. То есть, когда человек ни в чем себя не чувствует так уверенно, так надежно перед Богом, как именно вот в молитве. Конечно, если такой человек будет говорить, ну, я буду молитве посвящать большее время, чем каким-то деятельным трудам, то это само по себе будет уже очень неплохо. Но, наверное, вряд ли найти такого человека, который бы сказал, так, я от всех деятельных трудов отказываюсь в пользу молитвы, все могут трудиться как хотят, угождать Богу как угодно, я буду только молиться. Ну, на такого человека можно только посмотреть, сказать, друг, а ты не в прелести случайно? Как в Евангелии Христос Спаситель говорил о том, что нужно очень-очень много что делать. Иди и ты твори такожде. Вот. А не только молиться. В жизни христианина должна быть и молитва, должны быть и труды. Но если человек вот чувствует, что если он не будет значительное количество времени уделять молитве, то он этим самым погрешит против Бога. Он этим самым, можно так выразиться, откажется от явной благодати, откажется от явного дара Божия, да, то человеку, наверное, надо с осторожностью и с советом своего духовника или приходского священника, но прислушаться к такому зову своей души. Вот. Потому что цель нашей христианской жизни – это ее воцерковление всех сторон христианской жизни. Но с другой стороны, все мы разные, и поэтому то, что более полезно для одного, то менее полезно для другого. Если, например, человек к молитве мало усерден, и ему хочется делать как можно больше добрых дел, а о молитве он не родит, да?
то опять же долг священника и наставника ему сказать. Но апостолы спрашивали Христа Спасителя о молитве, спрашивали. И что Христос Спаситель им на это сказал? Он дал им образец молитвы. Он дал им молитву «Отче наш». И таким образом в жизни человека безусловно должно быть и то, и другое. Но вот здесь и самому человеку нужно работать над тем, чтобы какую-то гармонию в своей жизни выстроить. Ну и, конечно, тому духовному наставнику, к которому человек обращается, быть на этот счет внимательным и не потакать, если человек, например, ленится. Спасибо большое, отец Флавиан. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились? Мы вас внимательно слушаем. Галина из Владимирской области. У меня вопрос к отцу Флавиану. Почему никогда в утренних молитвах не читаются молитвы о живых и мертвых? И не научаются, например, новоначальные, как там надо помолиться о больной бабушке или о ком-то из умерших. То есть вот этого научения какого-то, которое укладывалось бы в те же три минуты некого отступления, а его нет. Хотя в молитвословии после там десятой молитвы не окончание молитвы идет, а идет за живых и мертвых. Я понял ваш вопрос. Я понял ваш вопрос, и спасибо, Галина, вам за него. Вопрос действительно очень актуальный, потому что есть в утренних молитвах поминание живых и усопших. Но каждый это поминовение живых и усопших он совершает по-своему. Некоторые читают помянник, который в подробных молитвословах приводится после утренних молитв, и он содержит в себе подробные молитвословия о нуждах тех людей, которые нас окружают, и о упокоении усопших. Другие просто кратко поминают, как сказано, начальников, наставников, благодетелей, родителей, либо за здравие, либо за упокой, и всех православных христиан. Некоторые вот именно сосредоточенно молятся своими словами о тех или иных нуждах живых людей и своими словами молятся о усопших. Таким образом, вот эта тема поминовения живых и усопших, она настолько разнообразна, что ее вынесли за рамки утренних молитв, которые читаются на телеканале «Союз», вот именно с той целью, чтобы предоставить людям возможность в большей степени сделать это каким-то самостоятельным молитвенным трудом. Ведь если в состав утренних молитв войдет вот такое подробное разъяснение, а сейчас нужно помолиться о живых таким-то образом, о усопших таким-то образом, это будет, как говорится, с одной стороны, это будет подспорье для тех людей, кто начинает только труды и молитвы, а с другой стороны, немножко собьет с толку тех людей, которые уже имеют опыт в молитве, и которые об это каждый раз будут притыкаться и, как бы сказать, говорить, ну что же, я теперь пока послушаю это просто, а помолюсь так, как я привык уже в конце утренних молитв, когда основная их часть закончится, и я уже помолюсь своими словами. Ну, другим словом, выбран тот вариант, который оптимально должен подойти всем молящимся.
Спасибо большое, батюшка, за ответ. У нас передача подходит потихонечку к своему концу. Предлагаю вам несколько слов в заключение, подвести, может быть, небольшой итог. Молодежь и молитва. Если говорить о... Если можно сказать какое-то краткое увещание к молодежи, то, дорогие молодые христиане, братья и сестры, почаще бывайте в храмах Божьих и ищите для себя в церковной жизни как можно больше всего полезного. Если можно обратиться к вообще всем православным христианам, братьям и сестрам разных возрастов, уважаемым телезрителям, то, наверное, можно сказать так, что молодежь бывает разной. Иногда дети и молодежь очень доставляют нам радость и милы собой, но иногда молодежь бывает, молодые люди и девушки бывают страшными врединами, и, конечно, их нужно потерпеть, нужно, если мы с терпением будем относиться к молодежи и будем стараться любить молодежь, то этим самым мы очень большое дело сделаем, и мы за будущее страны будем более спокойны. Спасибо большое, батюшка, за столь оптимистичное окончание нашей программы. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.